тему. Чимало голонометів, таких нульових угрів, але все ж таки ми виграли. За рахунок чого вдалося досягти переможний результат? Ну, в первую очередь хочу поздравить нашу команду с победой. В плане эмоций, мне кажется, нам не хватало в последних играх эмоций. За счет этого мы в конце не сломались, потому что последние 5 игр у нас не получалось довести до конца это. Я думаю, за счет эмоций мы были командой, поддерживали друг друга. Так что спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Были уверены в том, что результаты на вашу пользу. Были какие-то моменты в матче, когда... Ну, после, конечно, после последних игр было, не знаю, было чуть нервно, чтобы мы выиграли, чтобы нельзя было пропустить нам рывок. Мы сделали первый рывок и не отдали эту игру. Не знаю, первую, наверное, забил, вторую, а дальше как-то пропало, как-то само по себе пошло. Спасибо. Спасибо.